Вот, господа, есть у вас садовое товарищество, и вдруг вы узнаете, что вот этот кусочек принадлежит другому садовому товариществу. Нужно вот так разрезать. Для этого создать административное деление, населенный пункт, название. И режете. Вот должна стоять вот это, вот магнитик, желательно. Режим рисования новых участков контура. Коричневым должна светиться. Чпок. Чпок. Теперь вот эту. Режим добавления, исключения существующих участков. И левой кнопкой мыши добавить, добавить, добавить. Все, сохраняем. Теперь получилось, что СТ здоровье оно поглощает наш маленький СНТ. Поэтому идем в редактирование этого СНТ здоровья. Расширенный режим. Режим добавления исключения существующих участков. И исключаем вот это вот, но добавляем вот это. Чпок. Получилось. Теперь тут вот есть табличка СТ здоровья, а вот тут нет. Чтобы ее добавить, редактирование нажимаем. Указать или изменить центр объекта. Центр ставим, чпок. Сохранить. Все, теперь она вот ббб отображается. Теперь у нас два садовых товарищества разных. Всем пока.